Всем привет, привет, доброго времени суток, с вами Аракис, и сегодня с нами Стас. Стас, привет. Привет всем. Вот, сегодня мы будем призывать ему свиточки и посмотрим, что же интересного у нас попадется. Кстати, что вообще сегодня хочешь увидеть у себя новенького? Ну, я, в принципе, хочу четыре монстра. ЛДшный самурай любой, русалка тьмы, ну и этот фонарь водный. Ага. Для дракона. Я понял, я понял. Как его там, прохладный или влажный, я не помню, как его называю. Сыграем в лотерейку вроде с тобой. Вроде бы чиллинг, что-то такое, я не знаю. Ага. Не помню. Так, что же нам выпадет? Только не говорите маны. 10... Не, 10 тысяч маны уже пролетело, ну, да. Уже все. Обломись, не будете. Давай 150. Почти. Ну, нормально. Без нуля, да. Да, лучше, чем ничего. Так, ты еще говорил, можно на босса, да, сходить? Давайте ну, сходим да, пока на босса вначале, развлечемся, посмотрим. Вдруг нам сейчас лего еще выпадет. Мне, кстати, что тебе падало самое такое интересное с босса за все время? Наверное, все-таки этот свиток огня, который мы будем скрывать. Угу, мне тоже падал. Только огня. Ничего другого не падало интересного. Ни Лего, ни Девилмон, блин, мне уже скидывают скрины по несколько раз, где чуваку падает, блин, уже второй Девилмон. Думаешь, господи, и он ходит один раз в день, один раз. То есть у него один шанс. Так, это я так понял, продаю, да? Да, да. Это оставлять, нет? Да, оставь. Хорошо, это оставляю, ну, это понятно. Так, и второй заход делаем. Эта руна мне как раз-таки для ачивки нужна. Так, все, 17, правильно? Да, да. Вроде все выставлены. Так вот. Говори, где живешь, чем занимаешься, учишься, работаешь, людей мучаешь. Ну, вот про людей мучаешь, это моя будущая профессия, наверное. Учусь в Кишиневе на психолога. О, мозгоправ. Ну, можно и так выразиться. Ага. Кишинев. Ага. Недалеко, кстати, от Одессы, на самом деле. Да, да. Блин. Бывал в Одессе. Вот. Так, так, так. А я был у вас в подвалах Крикова. Вот, я даже не помню, что это за город, да. Но спуститься в подвал и, ну честно, я по работе, ну не мог, но я не был бы тем бы человеком. Спускаешься в подвал, там длиннющий этот подвал, и я с криком «Сиськи!» и пошло «Сиськи, сиськи, сиськи». Ну я не мог, блин, на меня посмотрело 10 человек, я сказал: «Ребята, я обязан был». Ну что за бред был, приехал. Это, насколько мне известно, один из самых больших в Европе. Да, 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 тут согласен на все. Но я там не был, хотя это недалеко от Кишинева. Угу. Чистенький подвал, ты что, я был там, получается, ой, еще лет 7, наверное, назад. Ой, с сопляком еще был, ну ладно, в принципе, после армии уже вроде как не сопляк, но все равно еще школота была. Школа еще той была. Так, где у тебя призыв, вызов, ага. И мы тебе будем призывать первые таинственные свитки. Кстати, вообще посмотрим, что у нас сегодня будет. Я так понял, свитки мистики, правильно? Да. Камни мы с тобой тоже будем призывать. Да, да, да. Так, камни, вот да. Как раз таки там этот вот. Как ты и говорил, да, времени осталось немного, ну, я думаю, мы успеем. Так, и ну, еще да, мы тебе будем призывать огонь, свет, тьму и в конце Лего, да? Жена пришла, привет. Вот, и Лего будет в конце, правильно? Да, ну, в принципе, не знаю, поочередность можешь выбирать сам. Угу. Как бы рандом он такой. Хорошо. Канал на каком будем вызывать? А давай на 116-м. 116-й. Это что вообще за канал? Или это просто от фонаря? Это румынский канал. Ага. Как бы у меня там много знакомых. Я... Первая гильда, в которую я вступал, это румынская была. Потом я уже свою создал. Даже ну и ребята есть. Будут бомбить. Старые мои знакомые. Поехали. Мистики. Понеслась. В принципе, тебя устроит, наверное, много чего, да, интересного, что у нас сегодня выпадет. Ну, да. Часунка, Хлоя, Тайрон. Хотя нет, Хлоя-то есть. Ведро. Ну, в общем-то, топчики. Четырехзвездочные. Даже, наверное, лучше первородок. Так, ты мне скажи, скипать, не скипать? У всех разные версии, варианты. Так, как я заметил, это ничего не решает. Хорошо. Тогда да, не будем тянуть. Хлоя? пират огненный. Огня. У тебя бомберы есть? Бомберов есть, блин. Бомбер ветра есть. Бомбер ветра. Ну, в принципе, если ты хочешь их вместе, я думаю, ты в курсе, да, как они работают ну, вместе? Ну да, я знаю, как они работают, но не знаю.
Вот, тем более у него тут такой контроль неплохой. Я видел их вместе, в принципе, бомбит неплохо, да, то есть шотнуть можно кого-то. То есть замена Сиары отчасти, но в одну цель. Ну, а вот именно отчасти. Отчасти. Сиара, конечно, ну, естественно, круче, тут как ни крути. Ну, вот этот паренек как раз-таки из всех этих пиратов больше на Джека Барбя что-то похож. Для коллекции можно оставить, если... Да-да, есть что-то такое. Дальше. Ну же. О, божечки, чертенок-победитель. Господи. Кормец. Так, грифон, не знаю, нужен тебе, не нужен. Скиллы. Скиллы. Хорошо. Так, еще один грифон. Вот я, кстати, надеялся за камни. Как бы я не знал, успеем или нет. Потому что в следующем будет именно грифоны. Угу. Еще и спектра тебе. Так, эльфы, не знаю, качаешь, не качаешь? Буду качать. В общем-то. О! Русалка! Блин. Да. Я понадеялся, что вводная. Ну... Хотя это не твин. Вот на твине, блин, у меня контроля совсем нет. В принципе, я тебе скажу так. У водной, насколько я понял, у нее, по-моему, 100% срабатывает слип. Там ты хоть какой резист не поставь, какие бы там мобы не были, там, ну, не считая иммунитета, конечно. То есть 100% срабатывает слип. Ну, сколько я проходил хох... Как минимум, меня постоянно бесил этот третий этаж, они постоянно слипают. Единственное, что спасает, это, то есть, прок Виолента. То есть, выходишь с Виолента и сразу же ходишь, к примеру. Ну, или Хлоя умная. Да, да, либо Хлоя, которая не затупит, действительно. Ну, ветер мне вообще ни в какую не нравится. Воду я поставлю все-таки немножко лучше за счет контроля. Ну, топ, конечно, огонь, тьма, свет, это понятно. Ну, не все знаю, дела. Светлая. Светлая более лайтов. Светлая более лейтовый вариант. И Виоленте порой очень бесит на арене. То есть не всегда можно шотнуть, ну, Люшеном. Встречал, в общем-то, да. Реально бесит, но вот каких-то проблем, вот как темная, не создавала. Тут согласен. Иммунитет плюс защита от крита — это просто, ну я не знаю, божественные два бафа, особенно в защите. Пипец просто. Ну это как Хлоя с Акасией. Да-да-да. Что-то такое. Пингвин, кстати, ветра не качаешь для башни? Кстати, качаю. Во. Корм будет. Недавно начал. Так, так. О, господи, мастера эти все какие-то, ну не... Давай, 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 давай! Что там? Что я там это? Не заметил. О! О, вторая, блин. У тебя уже есть, да, ветреная? Да. Хва... Валяется в загашнике. Ага, для хвы готовишь. А хва уже 6. А, у тебя и хва есть. Господи, блин. По-моему, только у меня хвы нету. Вот. Ёпти, да тебе сиди прёт. Кстати, слышал, один из них хорош для лича, не знаешь какой? В принципе, они все закатят для лича, но больше всего, наверное, на личе закатит водяной. Почему? Потому что он не будет своим третьим скиллом даже мешать. С другой стороны, у этого вот тоже третий скилл пассивка. То есть и будет шанс после каждого там хода еще раз походить. Я считаю, неплохой вариант. Да, они все, по-моему, зайдут. Почему? Потому что у них есть... Сейчас, подожди, гляну, восстанавливаются. А, нет, вот огненный не особо там закатит. Почему? Потому что у ветреного и у водяного, по-моему, со второго скилла они раскол накидывают. А это очень полезно. И с первого скилла замедление. Тем более им же сделали вот мультиатаку 2-3 раза. Так что, в принципе, прикольно. Но огонь, да, там не закатит. Я знаю, многие огонь юзают на арене, но в лейте, скажу так, многие достойные получше рун. Поэтому пока, честно, корм стопроцентный. Ясно. Вот. Но у меня, в принципе, есть мог. Ты видишь сегодня аура работы. Вучи. Ну, скажу так, это на третьем месте по топовости контроллер в игре. Если у тебя нет всяких там верадов, я не знаю, и тому подобное, то да, ассист тебе заменит все. На харде в башне он у многих, у кого нет верада. Вот так. Подумаю. Скажу так, точно не скармливает. Третий скилл, то есть полностью обнуляет атак бар. Следовательно, его нужно одевать фокус плюс... Деспайр. То есть, ну, ты можешь, да, обнулить атак бар, так еще и застанет. То есть выиграть два хода для себя, два. Второй скилл тоже понижает индикатор, то есть тоже приятно. Плюс опять же массовый скилл, застанет первый скилл, им всем апнули, тоже неплохо. То есть шанс крита тоже желательно разогнать. Будет еще и дополнительно вон гланс накидывать. В принципе, персонаж классный. Если бы у меня не было бы Верада, естественно, я бы качал бы его. Он у меня уже попадался несколько раз, но я скармливаю, потому что у меня есть Верада. Верада лично я не очень хочу. Если уж первородка, то что получше. Ну согласен. Да блин, это просто сегодня одни звезды. Да ну нафиг. Да, такого я еще
давно не было, так скажем, 2-4 звезды. Настолько звезд у меня за всю игру не было, но это вообще странно. Аура Аракиса, да-да-да. Не, ну это действительно один из, так скажем, ну ладно, пускай там нет пятерок, еще чего-то, но очень часто в конце подсчитаем вообще вот этот процент выпадения. Ну смотри, уже на скиллы пойдет. Ну да. Ну можно было бы, да, конечно, что-то и получше. Да что это такое, блин? Так, что это? Ну, в общем-то, да. Корм, да. Темные на скиллы, к примеру. Да. И у нее, кстати, раньше была пассивка, я помню, уветренная, там от скорости работала. Ей сейчас сделали, то есть, активным скиллом, но лучше она не стала. Серьезно, корм абсолютный. Да. Ветер ни о чем. Так, ну давайте нам что-то интересное. Но звездочки, мы уже привыкли к звездам. Так, кстати... На скиллы. На скиллы, а кто у тебя есть? Ну, хочу водного сделать, вроде бы. Угу. Валялось где-то. Хотя, может, еще... Один валялся точно где-то. Может, еще свет тьма выпадет, поэтому пока не спеши. Тоже неплохи. Тьма даже еще и лучше будет. Салдешки, не знаю, вот я очень сильно на самураев понадеялся. Угу. Не знаю, люблю их. Тоси будет круто, конечно. Ой, я сам-то... Да. Топлю... Они, в принципе, все хороши. Да-да-да, согласен. Причем это... Вот я бы его назвал пассивщиком, которому Тесарион нипочем. Угу. Вот, считай, у них первый скилл 10% шанс активации четвертого скилла, потом 30 и 50, кажется. Угу. Вот по-корейски это как бы звучало. Как бы один скилл, там второй массовая атака и пассивка. 25, например, шанса, что эти два скилла типа пробьют там все бафы. Тайрон. Да ну... Чё, есть? Я только что занюхал с чуваком в туалете, и вы ни за что его не спалите. Я офигею. Да или... нету. Я охренею. Блин, тебе выпало два самых в игре, не считая там Верада. То есть я ставлю на первое место все-таки как ни крути Верада, потом ставлю вот Сильфа Водяного, на третье место ставлю Вуча. Это лично мой топ-3. И тебе выпало два из них. Блин, я не знаю, эту тварь так давно хотел, блин, охренеть. Это моя первая четверка в игре. И я ему был рад, и я его использовал, блин, месяцев 8 или 9, наверное. Это сейчас я его разделаю из-за того, что он мне просто пока что не нужен, и нет на него рун. А так, блин, персонаж крутой на самом деле. В башне будешь юзать его, да где захочешь. Грацули, да. Так, что в следующем? Камни будем? Наверное, не знаю. Так, давай, поехали. Кам. Взрываем те камушки. Оу, эпик. На корм Хлои будущий. Ну, у меня Хлои уже 6, но первый скилл там. Надо чуть-чуть докачать. Окей, значит, да, будет корм. Готовый уже. Так, рассказывай, кстати. Мы тут просто заигрались, да. Чем занимаешься помимо учебы, мучебы? Ну, сейчас я не работаю. Угу. Учеба, как вообще дается ну, учеба? Ну, еще автошколу. О, будешь людей сбивать? В смысле, катать? Да, да. Такс. Это он же, правильно? Ты же его хотел? Да. Вот именно его больше всего и хотел. Сегодня исполняю. Ты видел последний камень было, я уже сижу такой думаю, блин, за вот камни не повезло. Я охренел. Да, многие на него тоже уповают, блин. Не, на самом деле я не скажу ничего. Действительно, многие его используют на драконе. Даже честно, иногда попадаешься на арене, он так бесит, когда походит 2-3 раза. С Хлои поснимает все, там чуть бы даже на Вальку мою не переключится. Такая... Бесящая тварь. А Виоленте что же снимает, блин, все эти бафы? Да, да, да. Ой, блин. Но знаешь, в чем прикол? У меня как раз таки пачка на дракона еще такая нестабильненькая. Угу. И вот заменить им, например, Канамию или тоже Меган. Да. Будет реально классно. Тем более у него, по-моему, замедление, насколько я помню. Да, замедление с боссок. Ой, замедление с первого скилла, который ты один-единственный юзаешь, поэтому стрелять он будет часто с него. Даже вот эти вот начальные 30%. По-моему, слушай, он у него... Ну ладно, мы потом в конце посмотрим. По-моему, еще и шанс там поднимается. Блин, ну Грацули, серьезно. Это один из лучших. Ну, не считая огня, просто вода более такой юзабельный персонаж. Можно юзать на арене, можно юзать на ГВ, можно юзать на драконе. Для дракона
это, наверное, создан просто персонаж. Огненный, я считаю, его место сугубо некромант. То есть он там царь и бог, там 4 дебафа, куча мультиатак, все дела. Да, ну блин, поздравляю тебя с влажным, ой, прохладным. Так. 10-го гиганта прохожу, а дракона не очень. Угу. А на этого лича пока еще не замахиваюсь, так ну, что... теперь он тебе поможет, да? Так, огонь будем вызывать, да? Давай. Поехали. Ну же? Ага. Без звезд, о, господи. Ну это же не легендарка. Да-да-да. Сегодня у тебя этих чертей-победителей, блин, уже штук 5 или 6, наверное, было. Жесть. Так, свет тьма, я так понимаю, продолжаем, да? Давай. Ну же? Звездочки! Ведьма. Светлую сегодня, кажется, скормил. Ой, блин, да. Теперь у тебя темная уборщица. Ну ладно. Будете остров убирать, да. Блин, это жесть. Мне уже темная тоже раза 3 или 4 падала. Ну, звездочки! Да, все. Аура, по-моему, моя нерв. Боже мой. Это топчик. Это просто и в башню, и на арену, и на ГВ, куда хочешь. Да-да-да, он тебе будет разносить все, так что скармливай сразу. Да, скармлю его Ромагоса, которого нет. Блин, да-да-да, печалька, конечно, с этим. Ну и последняя надежда. Последняя надежда. На что ставишь? Во-первых, на какую стихию ставишь? На свет. Ну, свет тебе не выпадет, да, и тьма? Ну, не знаю, на... Пускай будет вода. Я ставлю почему-то на ветер. Ставлю на ветер и ставлю на Ундину. Не знаю, от фонаря сказал. Она у меня есть. Так что прекрати. Так, все, да. Все, не накаркать, да, лишь бы. Ну, о боже, звездочки так. Да, я в шоке. Удивительно. Ты угадал. Вода. Корм Тревору. Да, Тревор тоже есть. Пока что. Ну вот. У меня либо новые мобы полезные, либо для старых скиллы. Прикольно. Да, на самом деле не самый худший призыв. Хорошо, что это был не очередной лич огненный. Хотя бы. Хотя бы, да, сейчас посмотрим, что у тебя интересного так упало. Упало у тебя. Так, где там наши монстрики новые? Вот они, вот они. Так, я нажму даже по классу. Хотя, наверное, лучше по уровню. Ничего себе, четверки. Так, сколько это их? Тебе получается выпало 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это со скольки получается призывов? 55 около того, да, призывов? Даже, 51. По-моему, 51 призыв, и человек... Это вместе с Легой. Вместе с Легой, да, даже если не считать. Это капец. Грубо говоря, с 50 призывов, ну пускай даже 9, да, если не считать Легу. 20% шанс. 20% шанс, хотя описанный разработчиками 10% шанс. Блин, ну, немножко, да, Аракис реабилитируется, а то эти призывы, блин, где 1, 2, 4. Но опять же, это все, конечно же, зависит от рандома. Народ у вас может там выпасть, не выпасть. У меня пока самый предел, это 27 свитков и ни одних звездочек. Да, вот это у меня было самый печальный вариант. А у тебя? У меня, я до этого копил больше всего как-то 33 свитка. Угу. Скрывал их не я, а подруга. И мне выпал Тревор и Галеон. Ну, уже неплохо, уже неплохо. Два, да. Топовых, две топовых четверки, которых качают, и на них Девилов не жалко. Так, хотел я глянуть у тебя этого прохладного. Первый скилл особенно мне был интересен. Хоть он у меня и есть, но я просто не заморачиваюсь. Да, 50% шанс. Наносит 3 атаки. То есть с каждой атаки 50% шанс. Короче, на драконе замедление будет вечно висеть. Плюс снимать будет. Ему скиллы качать легко. Если один раз прокнул второй раз скилл, второй скилл, то первый все пойдет. То есть тебе нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 всего лишь, к примеру, Девилов, либо подобных мобов. Да, экономный персонаж. Очень экономный. Ну, чуть ли не экономнее того же Роока, блин. Да. Да, почти. Роок, наверное, первый пока. На первом месте, действительно. Блин, на самом деле персонаж классный, классный. И, в принципе, если ты будешь ему прокачивать скиллы, и тем более, если кто-то на него тратит Девилов, но я не знаю, Девилов сомнительно на него, наверное, тратить. Я так скажу, сомнительно. Это если вам, ну, ну очень я тот нужен. Еще псих, так что... Да. Ну, если что, не прокачивай, постарайся. Если у тебя апнется второй скилл, то есть первый скилл не прокачивай до конца, тебе вот этих 15 урона от саппорта, ну, ничего не дадут. То есть, ну, прокачай, да, вот. Понятно. Максимум до вот этого показателя, плюс 10. А дальше нет смысла. Так, кого еще я у тебя хотел глянуть? Так, это, я так понимаю, контроль неплохой. Да, шанс? Ну, ты посмотри, у меня там наверху почти все контроль, так что... Как бы... Да, у тебя Эридас,
Блин, имечко у него такое Эридас. Язрон, я его не качаю, мне не нравится. Так, Эридас, Юлиан, тоже контроль. Джули, если одеть Деспайр, в чем она у тебя одета? Она в Фатале. Я тоже. Ее не использую особо. Ванесса, кстати, Грацульки. Сам обладатель, ну, да. Ванесса, да, не жалуюсь по персонажу. У меня даже Веромос в диспе, так что... Угу. То есть ты тоже извращенец, да? Так, здоровье. Блин, ну он станет как боженька. Ну что с ним поделать? Ну соглашусь, при вот этих статах, знаешь, если б я обозревал там, не знаю, на Твиче, на стриме онлайн твоего Веромоса и посмотрел бы, что он в Деспайре имеет вот такие статы. Ну, не говорю, что это вау, супер, класс, офигеть как, но для Деспайра это неплохие статы. Скорость мне, в принципе, устраивает. Скорости, уверяю, мой позавидует. У меня, по-моему, плюс 72. Поэтому скорость для такого Веромоса реально крута. И знаешь, вторым сетом, что я тебе советую для такого лейта, и не точи плюс 15 руны вот эти вот, пожалуйста, не трать ману, потом вы будете жаловаться, что у вас нет ман. Не точите, народ, 1-3-5. До хрена как-то было, а делать было нечего. Так что... У меня тоже сейчас до хрена, но выпадет 1-2 руны, и у меня резко на 10 лямов упадет показатель. Ага. Поэтому такие дела. Так, не падают ни руны. Кого тебе еще советую прокачать? Ну, в принципе, Тревор, я вижу у тебя, не знаю, нужен он тебе сейчас или не нужен, критичен, нет. Когда шестерка сделаю, нужен. Пока не. Передавай приветы, кому хотел. Передаю привет своей гильдии. Угу. И не знаю, всем знакомым с игры, наверное. Стой. Ты, получается, глава гильдии? Да. Оу, ничего себе. Я то и смотрю, дополнительные какие-то кнопочки, думаю, у меня такого... А, тут можно нажать и выбрать, да, кого-то? Оу. Да. Давай выберем участника какого-то нуба. Не-не-не-не. Давай вот этого. Не? Ну, дай ему порулить линейку. Это твинг. А, это еще и твинг. Давай вот это вот, Тенси, он 30-й левел, глава вообще красавчиком будет. Нужно передать ему, да, лавры. Ладно, шучу. Да, народ, спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, оно было вам интересным. Да, я считаю, призыв получился достаточно неплохой. Блин, 20% шанс действительно на звездочки. Да, это один из моих лучших призывов, на самом деле. Четверки, там, пятерки, все такое, кто-то, извиняюсь, там, мастурбирует на пятерок, кто-то ждет их. На самом деле, в игре решает что? Два показателя. Это скорость и руны. Не заблуждайтесь. Монстры не решают в этой игре, по сути дела, ничего. Конечно, не качайте всякий шлак, типа, там, медведей воды, да, медведей, там, света, тьмы и тому подобный корм. Качайте то, что вам советуют, так скажем, люди, которые в этой игре не один и не два дня. Они всякие там шлак, типа там минотавров, света, ветра и тому подобное. И оставайтесь ящеров. С нами. Да. Да, ящера вот тоже качают. Ну ладно, еще света, топы качают, да, иногда из-за пассивки, прикольно, бла-бла-бла, но все равно это на самом деле корм. Прокачивайте качественных персонажей, которые зарулят везде и покажут свой класс не только там на арене, на ГВшке, еще где-то, а закатят там везде, то есть будут максимально для вас полезными. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, если вы хотите снять подобное видео, обращайтесь ко мне в личку, там готовьте заранее, да, скайп, микрофон и веб-камеру, конечно же. Вызовов приблизительно от 40 и выше. То есть вот такой вот призыв вполне устроит что меня, что вас, я думаю. Если больше свитков, то это, конечно же, будет еще и лучше. Да, не забывайте смотреть мои стримы, подписываться на Twitch канал, нажимать подписочку. Всем удачи, всем спасибо и пока-пока. Пока, Стас. Пока.